Друзья, с вами Нильф Горнат, и игра Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Продолжаем играть, и с последнего видео я понял, что все-таки видосы по этой игре нужно делать чуть больше, чем 20 или 25 минут. Напишите об этом в комментариях, если думаете как-то иначе, или свое мнение, или свои варианты предложите. Потому что игра довольно-таки большая, и в ней очень множество дел можно сделать, и я бы хотел показать о ней все. Игрушка очень прикольная, и, ну, собственно, если есть какие-то мысли по этому поводу, то обязательно напишите. Сегодня мы обязательно продолжим. Ссылочка на игру, ну, если захотите скачать, есть в описании в группе ВКонтакте. Ну, то есть описание... В описании есть ссылочка на группу ВКонтакте, там есть альбом с играми. И, собственно говоря, там вы найдете игру и найдете описание, где скачать игру. Также обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмакайте на колокольчик, когда подпишетесь. Мы продолжим прямо с того же места, на котором закончили. Именно здесь где-то я и закончил, в принципе. Давайте вот здесь возьмем квесты, вот в этом заведении, вот в этом... Я даже не знаю, что это правильно, как это правильно назвать. Так, у нас здесь, кстати, торговец есть, который продает руду и рыбку. Рыбку подает. Так. Надо слушать, ребят. По-любому тут где-нибудь... Тут где-нибудь затарена котейка. Вот я прям вот чую. Чую котейку. Что это такое? Файермонт. Так, окей. Тут еще, кстати, глина есть. 100% она мне для чего-то пригодится. Жалко, что здесь нету лодок или чего-то типа такого, чтобы плавать. Ну ладно, давайте возьмем квесты. По-моему, он говорит мне рыбку поймать. Нет? Да, наклфиш. Странно. Давайте попытаемся поймать тогда, что ли. Хотя здесь вот еще вроде бы такое ощущение, что еще квесты есть, да? Видите, восклицательный знак есть, по крайней мере. Так. Притом куда-то, говорит, отправиться вот в ту сторону, да? Ну-ка, давайте посмотрим, где там и куда нам... Оу-оу-оу-оу. Это типа здесь нужно поймать ее, эту рыбку, и принести сюда, что ли? Так, вот здесь вот, вот как будто вот у этой барышни стоять. О, да, какой-то квест. Ну, взял, короче, какой-то квест. Окей. Опять же, ребят, ну, все на английском языке. Я английский совершенно не понимаю. Ну, то есть, нет, я, конечно, частично что-то понимаю, но я говорю всегда совершенно не понимаю, чтобы, так сказать, не придирались ко мне совсем уж. Потому что люди очень любят это делать. Так что я такой, типа, мальца отмазываюсь. Так, вот в этой локации я вроде бы не был или был. И не понял. Ого. Хорош. Не. Я тоже так могу отвечать. Странные звуки издают существа. Так, ну, в принципе, я смотрю, что здесь не очень много чего-то есть. Потому что здесь практически-то и ничего нету. Единственное, что вот здесь, опять же, ящички, да, но... Я же их уже разбивал. Так что тут... Хотя нет, руда здесь, как видите, появляется. Оп-оп-оп, я еще вижу руду. Но, в принципе, здесь, наверное, руду эту везде можно найти. Так что давайте я сейчас добегу до точки ловли рыбы и вернусь. Так, ну я, собственно, прибежал. Давайте попытаемся что-нибудь поймать, как видите. Прям практически в океане ловлю, в глубинах, да? Ну, давай. О, вот это рыбище. Давай. Ей, есть. Давай. Прям хорошо держим. Нет, не уходи. Нет, не обманешь меня, не обманешь. Не обманешь, я сказал. Нет, черт, не об... Нет. Ай. Есть. Ого, а вот, собственно говоря, и она. Офигеть. Ну и, конечно, давайте сдадим квест. Да, что-то, и он мне штаны дал, и ей штаны, и вверх, он типа свои, да, видите, у него дедовский костюмчик, нет, я, извини, дед, при всем уважении моем к тебе, я, нет. Так, девочка, ты мне точно какой-то квест давал, да? Following, do you accept? Что?
Ладно. Еще есть, конечно, квесты. Вот. Это... Кстати, а что за квест? А, нужно Stone Arch и Stone Pillar сделать. Это, по-моему, квест уже совсем в другом месте. Это вот... Да, это уже другой локации, видите, квест. То есть, вот, вот, вот. Это уже другой локации квест. Так что я даже, наверное, не буду пытаться его выполнять. И здесь еще вот, вот этот вот квест есть. В котором непонятно, что нужно сделать. Ну, я сейчас с переводчиком посидел. Типа, найти джип матроса, луф матроса и так, так за матрос. То есть, матросов нужно найти. А где, типа, их найти? Ну, такое непонятно, да? Поэтому я пойду по основному квесту. В принципе, кстати, ребят, напишите в комментариях. Может быть, мне реально прям по основному квесту идти. Опаньки, а это что такое? Просто стена закрытая. Это, знаете ли, вообще неинтересно, когда есть стена. Так. Вот, знаете, честно, я бы очень боялся, увидев такую... Ух ты ж, куда этот... Это куда проход? Это что? Это, по-моему, наверх, да? Это наверх выход? Похоже на то, ребят. Я бы боялся такую пустынь... Пустыньку, честно скажу, если бы я увидел такую пустыню, ой, не пустыню, а паутину где-либо, я бы на самом деле не полез туда, потому что, да и любой человек, наверное, не полез, потому что, ну, ребят, ну, такие размеры, это ж, есть, я могу убрать здесь темноту, отлично, жибалдых, как говорится, да, и вот выход, ребятки, выход на гужу выход. Наружу, конечно же, сундучок. Отлично, здесь фестиваль джус, сок какой-то. Салют синий. Блин, прикольно, мне очень нравится здесь, что все, что мы видим, мы можем туда добраться. Это, блин, потрясающе. И это что-то непонятно. Так, может быть, со временем я смогу как-то перепрыгнуть, да, долететь, не знаю, допарить. Может быть, у меня появится возможность, да, какая-нибудь передвигаться по воздуху хотя бы временно. Что, в принципе, в контесте этой игры, да, так скажем, да, в лоре этой игры может здесь быть что-нибудь летающее. Так, ну-ка. Есть, тут вообще 5 всего лишь, отлично. И я так понимаю, я вообще выход нашел, да? Ну, как бы наверх. Теперь. Похоже на то, ребят. Похоже на то. Так, оп. Видите, здесь уже вообще новый биом начинается. Сундучки всяческие. Ну, коробки, точнее. Оп. Все так, блин. Очень мощно, на самом деле. Вот по локациям здесь очень мощно. Эту игрушку даже... Это, как бы это сказать, она очень грамотно сделана и, наверное, она прям подходит под целый стрим. Вместо того, чтобы делать по ней какие-то мелкие видосики, прям нужно сделать целый стрим. Кстати, здесь вот, возможно, какая-то рыбка интересная ловится, потому что какой-то новый отдельный водоем. Ну ладно, ладно, потому что вот, вот я вообще бежал вот сюда. Я не знаю, как вы, но я бежал вот сюда. Эту дверь я случайно нашел, как видите. Но слава богу, что нашел. С другой стороны. Будем знать вообще, где... А, вот здесь, да? Просто будем знать, что здесь есть какой-то такой вот проход. Потому что, как видите, на карте он никак не показан. Ну и здесь, посмотрите, какой-то... Здесь новый дух, ребят. А, нет, здесь что-то нужно построить. У меня есть все, чтобы построить. Асепт, я же сказал... И новый дух. Или... Что-то какое-то странное. И Гурио. Название Гурио этого духа. Я то ли алтарь, то ли что-то такое, да, отстроил, я так понимаю. Ух ты ж, руда. Вот что-что не хочу пропускать, эту руду, серьезно. Я прям чувствую, что руда в какой-то момент пригодится... В большом количестве. То есть они скажут в какой-то момент, что типа, найди мне тонны руды там, или, не знаю, сделай какой-нибудь меч-кладенец для этого, найди тонны руды. Ну или что-нибудь типа такого. 100%. Ну, как правило, так бывает в играх. Так, ну и здесь, по-моему, все. Теперь нам нужно, знаете, что сделать? Нам нужно очень много обойти. Нам нужно прям вот... Кстати, а это уже другая локация. Да, это, смотрите, другая локация.
Тогда на этой карте точно матросов я не нашел, да? То есть, получается, мне нужно будет искать матросов где-то в другом месте? А вот это вот что? А, это сверху, да? Блин, ну подозрительно, но да ладно. Давайте все-таки тогда по заданию. Видите, вот здесь просто вообще все плохо. Здесь-то почти 100% я уже... Вот, только вот... Вот чуть-чуть осталось убрать. 100% и квесты... А, деревья еще не все. Не все деревья посадил, что ли? Или что ли это вот 72% деревьев? Что это такое? Непонятно. Я стараюсь не показывать, и буду стараться не показывать в серии то, что я уже пробегал. Ну, какие-то такие довольно-таки длинные пути, потому что бегать здесь реально придется очень много. Мне показалось, или... Видели? Он как будто такое чувство, что он засовывает голову в землю, да? Типа, и таким образом спит. В общем, постараюсь за кадром оставлять вот эти вот пробежки по локациям, где я вот сейчас так оббегал все это. Так, и вот где-то вот здесь вот, где-то вот здесь вот, там вопросов куча. Есть какой-то... Да, вон, видите, наверху. Там он и человек вообще, и... Стоп, а это здание я... Что-то я не помню, чтоб я его... раскрывал из темноты. Вон, я вижу, книжечка лежит. Жалко, вот здесь вот не описывается, да, то есть мы не сможем нормально прочитать, что это такое, да, то есть и... Эх, жалко, жалко, жалко. Русификатор бы. А, 5 рыб. Ну, давай тебе продадим 5 рыб. Вообще без проблем. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это вот. Окей. Типа не понял. Кубик плюс, да, у него нарисован. В чем фишка-то? Типа, просто он покупает, скупает рыбу, что ли, или что? Что-то странно. Ну ладно, давайте побежали дальше по локации. Вау, а, я думаю, это же, оказывается, чей-то хвост. Так, окей, окей. Опа, я здесь вот как раз-таки прибегал. Я просто не добежал поверху, да? Ага. Тогда мне нужно наверх каким-то образом, потому что там что-то точно есть. И вот с этого края тоже что-то как будто бы есть. Или... А, это в пещерке. Окей. Так, вот здесь вот можем оббежать и наверх. Ну-ка, 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 ну-ка. Интересно очень на самом деле. Ну же. Вот, вот видите, очень большие территории. Очень огромные территории. Вот бегать туда-сюда, прям ты такой наяриваешь постоянно. Так, 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 так. Что это такое? Сейчас откроем. Да ладно! Там два сундучка лежит, и типа все. Блин, обидно, но да ладно. И как видите, меня посылают в какой-то другой город. Прям при том, реально город какой-то здоровенный. То есть это даже не деревушка или что-то типа, да? Это полноценный город. Ну, здесь я уже, конечно же, пробегу, потому что здесь я уже не бегал. Но я обязательно соберу все, что рядышком лежит. Так. Так, как бы здесь... О! Халява! Халява, просто халява, серьезно. Я уж не знаю, ладно, как сюда можно было бы забраться, но... Давайте вот здесь вот где-нибудь спустимся, потому что не хотелось бы что-то пропускать на самом деле. Я из тех, наверное, людей, которые любят в играх, особенно в таких вот играх, да, типа песочных, песочниц с открытым миром, я люблю в них все излазивать, да, то есть все просматривать, каждый уголок. Вот видите, вот здесь какой-то восклицательный знак. То есть я мог что-то пропустить, хотя не факт, что сейчас на это нарвусь. Какие-то горные дороги, блин. Это что? Привет, голова. Хе-хей, чувачок. Иш. Так, что тебе надо сделать-то? Как я понял, типа посветить на этого, на этот камень. То есть свет ему нужен, да? То есть ночью надо прийти, по-моему.
Или я не прав? Возможно, я не прав, и вас, скорее всего, даже ошибаюсь, но ладно. Давайте вот сюда вот еще, кстати, сбегаем. Здесь какой-то домик, который я пропустил. Блин, локации прям... Ну ладно, окей. Разные, разные. О-о-о, давай лети, сундук! 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 Черт! Ну, по-моему, там можно было наверх как-то забраться еще, да? То есть, ну-ка... Вот люблю такие секреты. Ах ты ж, смотрите, не все так просто. Ты именно сверху должен обижать, да? То есть, смотрите, я не могу запрыгнуть. Вот, вот они хитрецы, а? То есть, ты должен обязательно... Обязательно должен был... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Черт, суета, суета. Давайте еще раз попытка. А, то, что персонаж так поворачивается, немножко неприятно. Очень здесь, ну как сказать, управление такое, к которому реально нужно привыкать. Вот прям вот именно привыкать в полном смысле этого слова. Потому что персонаж двигается очень неудобно в некоторых моментах. Особенно в тонких таких, в тонкостях, да, где нужно шажок сделать. Здесь опять куча какого-то материала непонятного. Ладно, ты у меня что покупать? Ты вот покупать будешь или... Я так понимаю, он из дерева может сделать две планки, да? То есть, я так понимаю. То есть, это крафт, да, лесопилка. Угу, понятно, понятно. Окей, а... Все, восклицательных знаков здесь никаких нет? Вот что, заданий никаких не будет, что ли? Так, ну-ка. Мальчик какой-то очень странный, честно скажу. Выглядит он очень странно. Ну, ладно. Какой бы ни был мальчик, зачем его корить за то, что он странный, да? Ты чё, расист, да? Так, погнали, ладно, погнали. Вот главное задание. Это, представляете, такое вот долгое, долгое время иду к главному заданию. И здесь у нас лисички. Можно опять их поворачивать, может быть, друг к другу как-то надо повернуть. Чтобы что произошло, вообще непонятно. А, еще один дух, что появился, ребятки. Или нет? Или... Да, кит появился, новый дух. Рогатенький какой-то, с маленькими рожками. О, там вообще, смотрите, все так плохо. Ладненько. Ладно, побежали дальше. Но на самом деле, вот эти духи... как бы это сказать? Ну, они на каждом шагу. И вот это вот как-то... Ты не выполняешь какой-то квест, да, или сложное задание, чтобы добиться расположения этого духа. Ты просто, типа, поверну я лисьи морды друг к другу, и тогда, возможно, что-то изменится, да. Ну, вот, понимаете, типа, посыл очень странный. Так, вот сейчас, типа, желательно, наверное, добежать до той головы и посветить ему фонарем в лицо. Так, есть, добежали, ну-ка, давай. Ну, фу, слава богу, что я догадался. И это новый... ну, такой телепорт, да, получается? То есть это новый биом? Ага. Угу. Угу. Так, ну, раз так, вот на самом деле, смотрите. Вот здесь вот голова, и вот здесь вот голова, то... Локация не очень большая, по сути. В сумме всех голов... А, ну, собственно говоря, вот же карта. Границы-то карты. Да нет, тогда нормально. Тогда очень неплохо. Так, теперь мне точно нужно... Так, вот. Вот именно сюда. Я здесь, знаете, что пропустил? И заметил только ночью. Вот сейчас лечу, не видно. И поэтому, наверное, я не обратил внимания. Но когда пробегаешь, заметно одну вещь. Сейчас увидите. Где-то вот здесь вот. Стоп, я же видел, только что было. Стоп, 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 стоп. Куда делось? Вот здесь вот была... Ну, свечение такое было, нет? Как будто здесь находился дух.
Или он только в определенное время находится здесь? Ладно, окей. Окей, ладно. Так, и кстати, по-хорошему тогда, раз здесь можно делать какие-то доски, то мне нужно добывать типа побольше бревен, да, и тем самым как бы как раз-таки... Так, а что я могу посадить? Это могу? Это... Ну вот, что-то посадил. Тем самым добывать себе новые доски. Делать материал. И скорее всего так и придется рано или поздно перерабатывать дерево в доски, ибо сам я этого сделать не смогу. Так что, наверное, все-таки придется все собирать. Так, давайте вот здесь вот, ну вот это, я не знаю, посадим вот это. Потому что конкретно что сажать я немножечко не знаю. Так, ладно, окей. Самое главное, что открыли еще одну голову, это, то есть, честно говоря, непонятная вещь в плане того, что типа, мне как, это использовать как телепорт или что? Как телепорт не получится использовать, потому что они в странных местах находятся, да? Это раз. Но, типа, это как бы доступ, доступ к вот этому божеству или главному духу, не знаю, как его назвать. То есть, понимаете, понимаете, что непонятно. Вот так вот я скажу. Так, ладненько. Здесь вот хочется также, конечно же, обижать всю территорию. Я думаю, каждый прям так же, наверное, будет поступать, как и я. Поэтому, ладно, вроде бы визуально так вот ничего не заметил, но вот здесь вот видно, что подъем наверх, кстати, похоже, здесь к детку можно было таким образом пройти. И новая деревня, в которой чувствуется очень ярко все, прям смотрите, вот этот свет, прям он в глаза бьет. Черт, ярко, давай, вот так вот лучше всего будет, когда будет совсем светло. Давайте здесь квест, и, по-моему, это катер чувака затонул. Серьезно. Так, и что мне тебе сделать опять? Может быть, как-то можно заделать дырку? Ладно. Окей, пойдемте дальше пока что. Таким Гуилд, что-то Карпентер Гуилд. Карпентер, это вроде бы что-то с деревом связано. Так, давайте здесь вот еще возьмем задание. Возможно, здесь еще будет задание. Нет, что-то я не вижу ни одного. Привет! Топоры? Да, я хочу топор. Да, 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 давай, давай, давай. Давай, давай, что-то давай, все давай. Гвозди. Гвозди, так. Доски-то у меня 10 штук есть, а вот гвозди где тебе достать? Блин. Что-то... Блин, чё надо, типа сбегать, сдать что ли, непонятно, ладно. Кстати, гвозди здесь есть, я могу, 20 штук, нет, мне 20 не нужно, мне там, по-моему, 4 штучки нужно было, да? А сколько, где показаны мои деньги, ребят? Вот серьезно, где показаны... Где показаны мои деньги? То есть я могу, типа... Ладно, понятно. Давайте вот так вот тогда. Раз тут похоже, исключительно бартер, да? То есть тут исключительно бартер, поэтому... по 5 монеток я 2 кидаю. И типа трейд, да? О, таким образом, на самом деле, я могу что угодно купить, по-моему. Нет? По-моему, да. Ребят, серьезно. Оп, я типа приобрел. Ладно, давайте сделаем квест и продолжим. Так, и в чем же заключается задание? Это разговаривать вот с этим странным мужчина-женщиной. Ну, давай. Ну-ка, я тебе принес 18, так? И он мне дал плюс 9 досок, ребят. Плюс 9 досок. Чё-то дофига, по-моему. И теперь как раз таки у меня есть гвозди, доски. Блин, про покупку я забыл. Значит, все задания можно вообще не париться, а просто покупать все, что захочу, и все. Потому что материалов у меня... Ну, если посмотреть, сколько, допустим, гвозди стоили, и сколько у меня стоят грибы, да, то есть это вообще, и сколько у меня их уже собрано, а использовать я их не знаю куда, ну, вы понимаете, да? Это просто огромный профит у меня сейчас в рюкзаке лежит. Так, я вот просто прибегаю и... сейчас, секундочку, так вот. И вот так вот. Оп. Чё тебе надо?
задание есть сдано. Есть, кстати, я получил какой-то гуилд, что-то. Это для фермы, ребят, это точно для фермы. Это точно предметы для фермы. Я... Карпентер кит. Дерево. Нифига еще, small animal pen. Еще ватер для воды. Это, я так понимаю, черепица. О, large animal pen. Очуметь. На самом деле, прям очень много материалов мне дали. Так, и здесь я сейчас починю лодку, да? Чего ты тут хэхэкаешь? Да, я починил лодку, ребят. Ну, конечно же. Я даже не сомневался в этом. Лодочка готова. И типа по заданию меня отправляют сразу же на ту сторону. Ну, это типа вы торопитесь. Это главное задание, я так понимаю. И, ну... Ладно, пока что я буду в своем же... Ну, как, не в своем стиле, да? Прям в своем стиле, как это громко звучит. В своем ритме проходить. И еще раз говорю, если все-таки вам захочется, чтобы я просто по главному заданию пробежался, не отвлекался на какие-то вот второстепенные задания или еще что-то, а показывал вам именно сюжет, хотя я даже его не знаю, да, то есть вот в этом-то и проблема-то, я даже не знаю сюжет, чтобы вам о нем рассказать. Так, Гота Говор, типа, поговорить с теми-то, говорит он мне. Но это типа, ладно, вот Говод, ну вот типа поговорили, окей. Со следующей вот женщина какая-то. Такая сипачашная, с косичками и с узкими глазиками. Так, и... Так, я какое-то задание еще выполнил. И вот здесь вот как будто бы... Вот у нее вроде бы еще как будто бы задание, да? Ну ладно. Вот видите, она ходит и... Ну ладно, окей. И вот где-то еще есть человечек, с кем можно поговорить. Вон он, видно. Вот. Куда? Да. Именно я. Зачем они так странно сужают глаза? Очень странно. Ой, ничего себе, вы посмотрите. Огромнейший список предметов, которые нужно принести. О, ничего, озверели что ли? Так, давайте обратимся к торговцу. У него там некоторые предметы продавались точно. Жалко, что только не пока. Так, вот это вот есть. Потом лепесток какой-то и Heartwood. Лепесток какой-то. Так, Heartwood есть. И лепесток. По-моему, вот этот. Так, окей. Давайте по два предмета. Всего так. Потом вот этого. Давайте три штуки. Так, и вот этого. Ну, этого мне в таком количестве нужно. Давайте два. 86 монет. Что я тебе могу дать взамен? 50 камня. На самом деле у меня даже вот. Я просто милк могу. Молоко, которое я развожу, дать. Понимаете? Уже дофигища денег. Допустим, еще... Допустим... Блин, как много, а? 80... Ну, блин, здесь нет их много. Так, что у меня немножко и можно продать? Даже не знаю. Ну, серьезно. Рыба, 420 рыбы, вот это вот. Очуметь! Просто очуметь. То есть даже рыба стоит невероятнейших кучи бабла. Еда стоит тоже куча... ну все, я типа, знаете, я понял профит. Я, по-моему, просто богатей. То есть, серьезно, но получается, я богатей. У меня огромное количество предметов. Что-то как какие-то у них разборки, и вот это, конечно, наверное, будет неудачно. В том плане, что... Как бы это объяснить там? Ну, неудачно то, что я не знаю, что делать в этих заданиях. И это печально. Это печалит в первую очередь меня. Скорее всего, и вас тоже. И, блин, ну серьезно. Так, смотрите, вот здесь вот можно подняться.
Здесь можно подняться, и вот сюда даже попасть можно. Кстати, здесь... Давайте пробежимся, давайте посмотрим, потому что у меня сейчас 8, по-моему, уже духов. И таким образом я могу уже намного больше... О! О, знаете, что еще сейчас сделаем? Намного больше уже открыть. Хо-хо-хо! Нифига себе! Вот это красота, ребят! Блин, прикольно. Не знаю зачем, но это круто было. Если бы я призвал таким образом какого-нибудь дракона, это было бы еще круче. Но все равно, это очень забавно получилось. Ну, красявушно. Так, здесь видно, что гора рядышком уже практически близко. Вот это огромная гора. Но пока что мне до нее, наверное... Ну, не нужно мне до нее добегать. Мне так кажется. Или нет, как думаете? Даже вот не знаю. По-моему, мне сейчас наверх как-то нужно, да? Вот здесь вот. Блин, тут лес такой тоже интересный. Так, вот где-то здесь вот локация эта. Да, смотрите, меня в этот лес посылает. Так, и давайте-ка... Наверху, вот здесь еще сейчас выше добыть. Да, и вот здесь вот как раз таки, по-моему, два сундучка было, которые нужно было мне открыть. А я здесь могу забежать? Ну-ка, давайте проверим. Оп, оп, отлично. Нет! Он когда не может куда-то запрыгнуть, он отпрыгивает от этого места. И вот это вот немножко неправильно. 8 духов, отлично. Бах! И что же у нас здесь? У нас, во-первых... Я не понимаю, почему здесь скрываются участки, типа, может быть, нужно, наоборот, мне, что это такое, это типа волосы такие, это я типа при, симулятор страдальца, лысого страдальца, я вот так это назову, но серьезно, типа, что я парики нахожу, что ли, я не понимаю вот этого. То есть, серьезно, я как будто парики нахожу для того, чтобы, ну, прикрывать свою лысину. Вот, вот, получается же так. Получается именно так. Ну ладно. Как говорится, хочется ему парики искать, пускай ищет. Давайте вот здесь еще сбоку тоже есть как бы вот эта темная сущность. Кстати, как раз таки, вот когда мы нажимаем, смотрите, на карту. Вот видите вот это вот понятие вот здесь вот 82. Может быть, это как раз-таки то понятие, что нужно засадить все деревья. То есть не оставлять ни одного пустого места. Может быть такое? Ну, если вот так попытаться придумать, логически подумать или еще что-то типа такого, то вроде бы правильно. Непонятная какая-то штуковина, то есть площадка, да, пустая, как видите. И здесь нужно дерево 3 из 15. Сейчас будет... Довольно-таки быстро я нарубил дерево, нужное количество. Сейчас давайте сдадим. И... Я что-то построю, наверное, да? Ага. То есть я еще одну ферму построил, да? Мне же типа, как это... Как бы это правильно выразить там? Не хватает же места, да? То есть на той ферме. Это немножко странновато, ребят, серьезно. Типа, зачем еще я одну ферму построил, если у меня и так уже одна есть ферма. При том, что... Ну, типа, реально очень странно. При том, смотрите, я не могу ничего строить. Странно, хотя у меня должны были быть... Ну ладно, если знаете, в чем проблема, напишите. Ладно, пока что я тогда продолжу дальше искать. Так, а вот здесь вот, вон, я, может быть, как-то... Может быть, как-то вот тут вот, вот так вот, вот так вот. Оп. Оп. Я не знаю, но каким-то образом я сюда прошел. Всего лишь 3. Хорош. Всего лишь 3, серьезно. Как нифиг делать? Ну, хотя тут и ничего и нет, как видите, да? Просто какие-то коробки. Не знаю, стена, еще что-то. Просто все нафигачил. Жалко, что я сейчас... Ну, в этой серии я не нашел ни одного котейку. Ну, вот это вот немножко жалко.
Ага, это с той стороны, вот сюда я как бы перебежал. Окей, давайте вот здесь еще посмотрим. Может быть, здесь что-нибудь есть. Ну-ка, ну-ка. Ага, сундучок, видно, видно уже. Так. Ей, мани... Ага. Так, ну-ка. Ищу. Ой, мне нравится, ребятки. Прическа новая. Вот, кстати, вот прикольненькая прическа. Так, и здесь у нас выход воды, понятно. 5 монеток лежит. То есть я теперь отношусь к вещам, вот, которые нахожу, как к деньгам, да. То есть это я не грибы нашел, а дополнительные 5 монеток. Понимаете, о чем я, да? Которые я смогу обменять. Блин, опять я куда-то пришел. И опять уже настает ночь. Да, я вижу, я услышал тебя и вижу тебя. Я услышал, вот здесь шевелится дед, вот. Вон, видите, вот на край, вон, котейка. Блин, надо туда добраться. Так, ребят, вот я добрался, и вот, видите, пузаник сидит, только он зеленый. То есть, я не всех котов нашел, это довольно, это, знаете, это прям можно задаться целью на поиски котов. И... Что интересно, что это, по-моему, не тот котик. Вот у меня такое ощущение, что это не тот котик, вот. Это другой был котик, потому что, посмотрите-ка, посмотрите. Бам, еще один котик. Ну, понятно теперь, почему я не нашел до этого всех котов. Потому что они, ну, блин, ну, совершенно в неожиданных местах находятся. Это как-то очень странновато. Ладно, давайте вот сюда вот вниз, потому что... Здесь, во-первых, я не был еще, да, это раз. И вот здесь вот я вижу какую-то опять разрушенную постройку. То есть, наверное, хотелось бы посмотреть. И вон там, вон еще темнота вот эта вот. Давайте посмотрим здесь. Здесь, наверное, чей-то блокнот может быть. И единственное, что непонятно, что эти блокноты мне дают. То есть, понятно, что в них описывается какая-то история, да. Но... Нужно ли открывать эту историю, да? Нужно ли раскрывать эту тайну как-то, да? То есть, вон, я вижу, видите, блокнот наверху? Так и думал, что он там будет. Так, ну-ка, свали-ка. Давайте попытаемся это сделать. Хоть здесь, на самом деле, очень сложно вот как-то прыгать, как-то взаимодействовать вот с такими моментами. Так, ну и тут... Рассказывается история людей, по-моему. Вот такое ощущение. Прям... Потому что по-другому там часто упоминаются имена людей, которые здесь находятся, да. И есть. Здесь всего лишь 5 духов нужно. Я думал просто, что с каждой новой локацией мне придется именно открывать. Стоп, я не понял. Я не могу сюда ничего посадить? Странно. Ну ладно. Такое чувство, да, что посередине вырастет потом вот из этого камня что-то такое большое. Может быть, у меня нету каких-то семечек, которые должны в этом биоме расти. То есть, ну, как бы это сказать, зимние там, да, вот как видите. И, потому что рядом зима находится уже. Или еще что-то типа подобного. И в принципе, ребят, конечно же, на этом я буду заканчивать. Хотелось бы, честно скажу, хотелось бы и сделать серию, может быть, и по часу. Возможно, и стримчик сделаю даже. Пишите по этому поводу свои мысли. Потому что игрушка прикольная, и хотелось бы изучить ее побольше, так открыть, так скажем, все места, которые здесь находятся, исследовать, да, все, что только можно. Но, о, квест. А, черт. По-моему, да, я утонул. Я просто нырнул, я думал, здесь типа небольшая речка, ребят. Я что-то и не думал, что здесь прям... Смотрите, я не... Так, а где мне тогда пройти? Офигеть. А где мне тогда пройти? Стопешенька. А, ну вот здесь, наверное, получится пройти. Ну, так прям... А-а-а! Ты что делал? То есть вы видели, он такой прям... Он отпрыгнул на глубину. Я не хочу жить! Скорее всего, здесь мне нужно будет построить мостик. Ну-ка, давайте сейчас глянем быстренько. Под конец уже. Да, скорее всего, потому что, блин, вот, ладно. Их где-то то ли производить нужно, то ли где-то купить.
Не знаю уж что, наверное, купить все-таки легче будет или произвести, ну не знаю. На этом точно все. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Удачи и пока.